анонс и точно до выхода 8 серии сериала «Универ» 13 лет спустя. 8 серия сериала выйдет в эфир 23 мая. В новой серии мы увидим, как Кузя в этот раз инсценирует покушение на самого себя на глазах у Маши и просит спрятаться на время у нее в квартире. Антон, который привык жить холостяцкой жизнью, обижает Марину, но, осознав ошибку, пытается загладить вину. Но даже сын Марины оказался против. Майкл узнает, что Варя уже ходит на праздники не одна, а с кавалером. Майкл решает отомстить. 8 серия сериала выйдет в эфир 23 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.